Национальные проекты России, проект «Жилье и городская среда». Сокращение аварийного жилищного фонда. Обеспечение безопасных условий проживания граждан – одна из приоритетных задач правительства России. Республика Коми выполнила более половины плана 2022 года по переселению людей из аварийного жилья. В рамках регионального проекта расселено 57 тысяч квадратных метров жилищного фонда. 2739 граждан справили новоселье – это 54% плана. На эти цели из фонда содействия реформированию ЖКХ с начала года республика получила почти 2 миллиарда 148 миллионов рублей. Все средства направлены в муниципалитеты, на местах проводятся работа по приобретению жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья. Национальные проекты России – только факты.